Компания «Браво» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче Надь, Надь, слушай, газета-то старая, аж 28 февраля. Ты сам ее принес? Я не знаю. Так я уж вон собрался звонить по поводу сварочного аппарата. И что мне делать? О, Господи. Сим, идемте завтракать. Да, иду. В этом доме какой-нибудь порядок будет или нет? Ай, оболтус. Ну что, двоечник? Я не двоечник, я... У меня за год только одни четверки и пятерки. Знаем. А, ну да, ты же четверку получил по физкультуре, да? Ну да. А сколько раз ты там потянулся? 20. Я к чему вспомнился? Голос? Голос, молодец. А ну, раз такое дело, мне кажется, что надо все-таки, обещаю ребенка, надо ехать в лес и устроить пикник, шашлыков сделаем. Да? Ну, конечно, да, надо ехать. Как ты думаешь? Мам, пап, я не хочу. Почему? У меня плохое предчувствие. Кушай, ешь, предчувствие. Ты сюда сказал. И он. Спасибо. Наша собака пропала. Это не собака, это тушканчик. И что делать будем? Собака должна охранять дом, а не бегать. Смотрите, какую я рыбу поймала. Молодец. Молодец. Будем жарить. Или варить, или уху будем делать. А собака где? От этого Леона никакого толку. Это тушканчик, который он даже дом охранять не может. Мы должны его найти. Почему вы его потеряли? Как можно было потерять мою собачку? Ну, как вода? Холодная, купаться не будем. Слышите, кто-то скулит? Лина, что она тут забыла? Какая красивая. Она запуталась. Давай я к себе домой заберу. А тебе разрешат? Нет. Блин, мне тоже не разрешат. Может быть, ты, Костя? Не, мне такое чудо точно не надо. Немецкая овчарка такая прикольная, она слушается моей всей команды, она как робот практически. А твой Леон, что он ничего не может, дурак дураком. Зато он у меня добрый, ласковый, нежный, самый красивый. Ну, моя такая хорошая собака, немка, может кого любого загрызть. Как думаешь, собака-то найдется? Да, точно найдется, я прям чувствую. Может, не будешь искать? Мы зачем тебе будем? Возьми лучше немецкую вообще, хорошая собака. Да нет, мне только лучше будет другой. Я же говорил, что у нас будет овчарка немецкая и никаких пуделей. Ну ты не серьезно, ну у нас двор, у нас дом. Дом надо охранять.
Спасибо большое. А где вы ее нашли? Ее кто-то к дереву привязал. Ну, ребенок зато радуется. Твое воспитание, понимаешь? Твое воспитание. Нашелся! Немецкая овчарка такая прикольная, она слушается моей всей команды, она как робот практически. А твой Леон, что он ничего не может, дурак дураком. Зато он у меня добрый, ласковый, нежный, самый красивый.